Сексить. Вспомним хорошие времена. Блядь, ебать. Лазить на стол, Толя, блядь. Толя! Ну, поехали. Окей, я тогда после нарезки включу твой клипец, окей? Хорошо, спасибо, Айнане. Спасибо, это батя? Ты че реально ЕГЭ не сдала? Бля, у нас челик, который говно руками по туалету размазывал и то сдал. О-о-о! О, я вот этих челок видела сегодня, про которых говорила. Кста. Ну это пиздец, блядь, какой-то нахуй. Раньше он был больше на слуху. Ну все, хорошо. Блять, ребята! Ну прям так. Блин, у меня мальчики, же камера. Вы в порядке? Ебать! Пиздец, блядь. Какой ужас. Ты батю, что ли, попросил рыгнуть? Я не понял, блядь. Ой, я вообще забанила за такое. Сзади, сзади, банки, убить, убить банки, убить банки. Стан, свап, свап, стан, свап, стан, стан, свап. Латардж, досты, досты, стан, винга, стан, блядь, запутался в копках, ебаный в рот, дай стан. Стан, Рики Марио, досты, блядь. Что за хуйня? Пиздец. Я не знаю, я все кнопки жму. Вот уже блок, по идее. Ой, я сейчас Mortal Kombat на... Так, ладно, ребят, с Mortal Kombat мы закончили на сегодня. На клавиатуре, блин. Замечательно. Это такое издевательство, мне кажется. Анбодро на клавиатуре выиграл, но Анбодро, он просто великолепный. Это очень страшно, блин. Хуй почесал. Фу. Что он делает, блядь? Блядь, как они это делают, нахуй? И вдруг мы... Господи, зачем? Перенеслись в совсем другое место. Это морг? Ой, я в эту игру играла, по-моему. Простите. Извините, лучше стол, сюда. Хватит лазить на стол, Толя, блядь! Толя, бля! Спасибо, I don't have to travel. А, wait, best two. I don't have... I had trouble, извини. Привет, Ален Ди. Спасибо, сейчас посмотрим. В очереди. Так, я не понял, я запутался. Твою. Бля. Я играла в эту игру, короче, на этом индикапе. Черт, а женщинам было интересней. Вы кто такие? Пантера. Простой хакер. Взламываю сайты. Могу даже Сбербанк взламывать. Еба. Даже Сбербанк. Могу, говорит, даже Сбербанк взломать. Я слышу, чувак, взломай Сбербанк как раз. Говорит, вообще сайты, говорит, взламываю, говорит. Я хуею, блядь. Поэтому ты без дома, блядь, живешь, это точно. Мать. Серьезно? Любую банку. Серьезно, ты серьезно, ебать. Любые украшения человека. Ну, а, это Мор Утопия? Бля, тогда я перепутала эту игру. Просто на одну игру, которую я на Индикапе в бета-тесте таком играла. Держи в курсе. Ну, блин. Я перепутала. Давай. Блин, надо, кстати, Мор Утопию поиграть. Так, блядь, сколько стоит Мор Утопия? Сейчас, нахуй, ебать. Магазин. Я ж хотела. Так. А где? Кого? Алло, Pathologic. Pathologic 2, да?
какой он, блядь, стримеры. Мордовский сюжетный арт-триллер, рассказывающий о борьбе с эпидемией смертельной болезни в далекой сети. Ебать. Write to you after so many years apart, in the hopes that you may find a way to return to us. Да, Ведьмак у меня уже есть. Он даже установлен. Ну такая атмосферненькая. RTX One. С коровой, с жертвоприношением. Ура. Да, у меня все Ведьмаки есть. Your studies have proven fruitful, and that you have achieved great skill as a surgeon. Such skill might be of use here. Короче, не знаю. Бля, ну серьезно, вы чё, ребята, камон, блин, ну ты чё... Бля, просто, камон, ну чё... спасибо большое, Макс Хантер, блин, огромное спасибо, просто, бля, все, врубаю нахуй, спасибо большое, Макс Хантер, честно, я такая, блин, на какой бы день бы запланировать этот стрим, типа, мы ж и кукич хотим, и все хотим, и вообще все хотим. Спасибо, Макс Хантер, ты просто, блин... Спасибо, блин, камон, просто, блин... Это, блин, это так круто, спасибо! Короче, играем, он тут еще русские субтитры, интерфейс, озвучка, так мало игр с русской озвучкой, на самом деле. Просто... Как тут обновить, F5? Она у меня уже... Так, а как ее установить? Погодите. Блин, ну вообще круто. Я боюсь, только у меня стрим будет провисать. Надеюсь, то, что без этого будет. Ну все, ребят. Никакого Ведьмака на стриме. Будем новую Морутопию играть. Что у нас тут? О, кстати, я же Ведьмака... А чё? Алло, какие за... Какая Дота 2? А, мне показалось, лол. Так. Вот, я даже установила Wild Hunt. Он второй у меня есть. И первый у меня есть. Короче, все у меня есть. Я убил Ведьмака. А в старую играла? Да, мы у Одина на особне была она. Она такая очень странная была. Прям вообще жесть. Кстати, мы по Plague Tale прошли за почти 13 часов. И почти... Ну, не все, конечно, достижения мы открыли. Мы не нашли все цветы, мы не нашли все виды цветы, и 13 диковинок, улучшить прощу до максимального уровня. Что-то повтыкали. Мы все там до второго уровня. Найдите все подарки для сирот. Полные карманы. Паникюрмен, а почему у меня нету сабалер-то? Ну ладно. Прыгай так. Ты же воздух, как и как. Ну ладно. Здравствуйте, Ведьмака. 25 тысяч лет с нами живет Дан Бодрович. Вот это чувак, камон! Я такое лучше! Спасибо большое, паникер. 25 лет рыцарь, да дай я всем хайру таище. Спасибо тебе большое, у тебя самая красивая иконка в моем чате. Спасибо большое, что остаешься со мной, что поддерживаешь меня, что приходишь ко мне в гости. Спасибо, спасибо. Ну чё, давайте. Чё, еще и чпачмаков! В честь такого древнего саба, я бы сказала.
Мы не спасли, кстати, какого-то умирающего. Не побыли с мессером Николаем. И не нашли кузницу Родрика. Короче, мы хуёво прошли эту игру. Но я уже сказала свое мнение, что пока я играла, она меня заебала, эта игра. Шо, кого? Так, стрим не провисает? Нет, нет, отлично. Тянет у нас и стрим, и достаточно быстрая закачка для почти 10 гигов. Ладно, давайте к нарезке-то вернемся, а то что-то мы ушли. Привет, Алиса. Не надо! Я тебе сказал еще раз в глаз. Я думаю, мне хватит 3 секунды, чтобы убить микрофон. Пошли, 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 пошли. Пойдем, пойдем, быстрее, 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 быстрее. Тускар, просто врываемся, блядь, с ноги выбираем, выбиваем дверь, врываемся, нахуй, пиздим, пиздим, хуесоса, пошли. Понял. Еба. Понял. Боже, что это за игра, которую все играют в нее? Бля. Пиздец. Пиз. Не, ну это перерыв, не, ну это не, ну это перерыв. Jump King? А, бесплатная? Так, нет, я не буду байтить на вторую игру на стриме, алё. Следы остаются, ёбнешься. Он по всей, сука, квартире эти следы оставил специально, понимаете, сука, долбоёб был. Чё это Герд делает кошка, блядь? Она просто идёт, как нормальные кошки, блядь, аккуратненько срут и уходит. Эта сучка, блядь, просто посрёт, ебанёт задние лапы в говно. Это говно прилипнет к этим лапам и как похуярит по квартире бегать. Ебать. Квартира в говне. Настя за ней орёт. Ёбана кошка, я тебя убью. Звонит мне, блядь, говорит, я твою кошку выкину, блядь. Что за хуйня, блядь? Что в говне? Осуждаем. Минус 2, чат. В 20-х числах мая. В июне практически. Ох, да. Скоро воду выключат. Ну, типа... У меня в июле должны выключить. Мне надо на неделю куда-нибудь съебать. Tesla Mobile, там и тому подобное. Сидишь вот это из ковшика воды. Да, самое то. Дай тебе имя. Я назову тебя дружок. Команды знаешь? Поворот. Ну давай, дружок, поворот. Молодец, дружок. Я однажды влюбилась. Он был охотник, а я собиратель. Блин, реакция Полины просто 10 из 10. Отлично. Не, у меня тут в начале июля, я прям думаю, блять, куда бы съебать на неделю в начале июля. Какие есть варианты, ребят, какие есть варианты, куда бы съебать в начале июля? Вот прям в начале июля на неделю, на 10 дней. Я надеюсь, то, что в качалке у меня не отключат воду там. Ну, не должны вроде как. Я хотя бы в качалке. В Тверь? Мне что-то не пишут по Твери ничего. В запой. Так я вот курточку выкинуть не могу даже. Не знаю. Геленджик. А, я все, я на дно. Я на дно. Петербург. У тебя тоже голова в песке, да? Типа. Я вышел. В Казань. Блин, я очень в Татарстан хочу съездить. Охуенно. Я не мог не пошутить, нахуй. Ну, кстати, нахуй я всегда иду. Это ты угадал. О май. Что произошло там? Ну ничего, я в дым выпрыгнул, а там, блядь, конец карты, блядь. Конец карты. Стреляй в него! Стреляй в него! Что ты делаешь? Прыгай! Нет! Костя, он так долго не стрелял, просто странно. Ну, он, конечно, заряжался, зачем ему эти приклады нужны? Да сделайте же что-нибудь! О, что тут произошло? Ты что, дурак, блядь? Блин, а что за счетчик смертей? А так можно намутить, чтобы он автоматически, типа, писал счетчик смертей? Если у меня получится это сделать от первого лица, я сам себе отсосу. Ура, он не сосет сам себе. Ебать, походу придется самому себе. А.
А мы в 9 классе еще встречались? Нет. А, мы уже были, брат, стой, в 9 классе? Не, просто забыл. Опа, ну понятно, как бы, все это подстава, выехали на инцесте, мда. Ой, а что замьютилось-то? Пиздец. Не знаю, у меня вот этот вот выпускной в 11 классе, что последний звонок какой-то говно было. Что выпускной говно? Вот вообще нет никакого такого, блядь, воспоминания, что мне очень жалко там прощаться со школой, со своими охуительными одноклассниками. Просто, ну... Что у нас вот эта вот праздничная программа была говном, что все просто было говном. И, короче, я не знаю, кто-то аж пересматривает какие-то видосики, пиздец. У меня даже ничего, классно, у меня даже фоток не особо нет. Ты, тебе сколько сейчас лет? Тебе 20, тебе еще 16, назад. Да? А, год назад или как? Снимай донаты! Волосы феном. Ребята, поставьте регулятор. Неля, 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 что это такое? Бля, что? Ну, ну вы чё, ребят, я же тут, бля. Так, мне надо куда-то записать эти игры, чтобы о них не забыть. Сейчас, погодите, я сейчас это... Ну, встать надо, я просто сегодня в шортах, погодите. Бля. А где у меня блокнотик какой-нибудь? Так, нашла блокнотик. Так, возвращаюсь. Стрим не окончен. Все в порядке. Все, вот блокнотик есть. Спасибо большое, Мичика. Бля, короче. Морутопия. Ну и походу минус нервы в Джампкинге. Блин, какой же у меня пиздатый скетчбук, на нем рисовать надо, не писать. Нет, знаете, ребят, я веду свой дневник, где... Привет, герои. Спасибо большое, большое, большое спасибо тебе, Ямичика. Ты просто... Просто респект тебе, спасибо большое. Ну, походу, минус мои нервы. Бля, вы меня сегодня так все задарили и подарками, и... В стиме и донатами. Огромное спасибо. Просто so much поддержки. Если бы вы... Вот как... Вот что нужно сделать, чтобы отвлечь от сисек Нелли? Блядь, что это такое вообще, блядь, Неля? А, Нелли, объясни мне, что это, блядь, такое? Откуда? 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 Вот, господи. Что это я хотела сказать? У меня сбилось. Привет, Барсик. Что-то я забыла, что хотела сказать. Блядь, пиздец. Короче, Нелли, объясни, что это такое, откуда, Нелли, алло. Заклипуйте и отправьте ей, быстро. Быстро, блядь. Так вот как себя стримерши чувствуют. Господи, какой кошмар! Это шарики, все, я поняла, что это. Гелевые шары, и понятно. Можно, блядь, ли работать стилистом, стилист, хорошо зарабатывать и жить, и покупать себе вот такие классные вещи? В угах. Да, безусловно. Знаете, что нужно правильно делать? Ну, ой, знаю этих, блядь, стилистов? А мы знаем. Да? Нет, это не то, что подумал этот стример, не знаю, что это за стример, нигде тут не написано, не подписано. Короче, эти стримеры раскручивают свой инстаграм, ставят себя не ебаться какими классными, то, что они могут красную кепочку подобрать красной водолазке, вот, да, и, короче, раскручивают всяких тупых баб, которые считают, что они не умеют одеваться на бабки, типа, вот, я с тобой похожу по магазинам, мы подберем тебе гардероб. Вот, и они просто за это от 100-200 тысяч, если что. Вот они, блядь, и живут, как бы. Вот они там, что-то я какое-то разоблачение читала, то, что там какая-то тёлка по своему образованию пиздела, то, что она где-то там работала, хотя на самом деле она просто баба с ноготочками была, решила в один момент, короче, забатить денег, и реально забатила, блядь, все деньги.
Представляете, блядь, тебе какая-то тёлка будет подбирать, типа, одежду за 100к. 100к это не уходит одежда, а чисто то, что она около тебя постоит и скажет, как тебе лучше, блядь. Чё за хуйня? Нахерой, тебя все любят. Да, включайся. Давайте, чат, раз, два, три. Не, давайте. Раз, два, три. Да, все правильно.